Так, я буду пить свежевыжатый сок фреш. Хочу морковный. Со сливками? Да, со сливками. Хочу. Тут вообще просто сразу идет морковный с сливками. Угу. Если ты, то, наверное, вот летом я... прям хотелось такое, знаешь... Холодное-то холодное. Именно вот апельсин хотелось, а сейчас хочется морковку. Я здесь сделаю. Так, еще что выбрала, дочь? Что-то, пасту Ривьера. Она, кстати, необычная, потом увидишь ее. 4 сезона пицца. И вот как раз-таки фреш. Свежий сок. Морковный. Еще? Морковный. Скорее всего, да. Хорошо. Значит, ты тоже решила морковку, да? Да. В вашем заказе паста Ривьера, пицца 4 сезона и 2 морковных фреша со сливками. Фреш будет готовиться примерно на 5-7, паста будет готовиться минут 20, пицца минут 15-20. Меня вам оставить? Как хорошо здесь кафе, да, доча? Да, особенно когда я сама все заказываю. Да, ты вообще умничка. Самостоятельная личность. Доча, ты с кем разговариваешь по телефону? А, с Эммой. Как она любит бабушек своих, дочь наша. Что, все, поговорили? Да? Да. Что сказала? Ну, спрашивала, как у меня дела, что делаю. Основа про соревнования. Я слышала, что ты говорила, что там у тебя что-то болит, поэтому решила тебя записать. Ноги болят.